А давай поспорим, то, что ты не успеешь поставить лайк за 2 секунды, считаю. Раз, два. Всем привет, с вами Алексис. Я собрал для вас крутую подборку. Сегодня у нас 8 игрушек. Начинаем с игрушки Матчмаркер. И это у нас первый уровень. Смотри-ка, мы, я так понимаю, играем за Купидона. Игра подсказывает, что нужно выстрелить в этого песика, а затем в этого котика. И сейчас посмотрим, какой у них получится ребеночек. Вау, ничего себе, котопес какой-то. Классно. Дальше. У нас есть парень и есть две девушки. Ну, тебе здесь их не видно. Давай я сделаю вот так вот, чтобы тебе было видно здесь все. Смотри-ка. Хаги-ваги плюс девушка. Посмотрим, какой у них ребеночек получится. Вот такой вот. Но я так понимаю, что можно еще переиграть эту миссию и посмотреть, какой ребеночек получится у Хаги-ваги и у этого котика. Да, даже может и такое что-то получиться. О, этот ребенок получше выглядит, правда, чем вот этот вот. Мне лично так кажется. Так, дальше. Что? Радужный человечек и коровка. Серьезно? Что-то какой-то минотавр получится, наверное. Сейчас посмотрим. О, да, действительно, смотри, минотавр. Я прям был прав. Тут у нас есть девушка. А если девушка и девушка, то что будет? А, no kids. Ага, я понял. Ну, ладно, давай, девушка. И радужный человечек. И у них получается замечательный ребеночек. Вот такой вот милашка. Так, и теперь конник. И радужный человечек. Я хочу посмотреть прям все варианты детей, которые здесь могут получиться. Кентавр. Да, неплохо. О, смотри-ка, кто это? Я уверен, что ты знаешь, кто это такая. Так, у нее еще родители такие странные. Смотри, вот рука. Да, это, кстати, рука тоже из ее семьи. Я думаю, ты понял, кто это такая. Напиши в комментариях, если ты знаешь, как ее зовут. О, смотри, тоже прикольный ребенок получается. Так, давай так, смотри. Песик и хрюшка. Что здесь будет? А будет здесь пёса-хрюш. Пёса-хрюш. Песик и коровка, по-моему, уже было, да, но я точно не помню. И получается здесь вот такой вот... А, нет, это новая, кстати, новый ребеночек. Archer Bastions. Это у нас сражение лучников. Ну что же, игрушка пока что мне подсказывает, как мне нужно нанести наши первые удары. То есть мы сражаемся с красными, с красной командой. Они не дострельнули до нас немножечко. Ну это хорошо, а мы до них... Конечно же, дострельнули и всех прям уничтожили. Ну, эта игрушечка нам, получается, подсказывала пока что. А сейчас она этого делать не будет. Я могу прокачать кое-что здесь. Неплохо. У нас стало, кстати, немножечко больше лучников. Ну и противника у нас тоже немножечко больше. Можно выбрать бомбочку. Отправляем им туда презенты. О, здорово. Их было 18, стало только двое. А нас 14. Они снова не достреливают. Так, ну я думаю, что бомбочку нам не стоит уже пускать. Ну, давай так вот сделаем. Есть. Попал. Все, игрушка мне больше не подсказывает. Сейчас мы играем чисто своими силами. Покупаем себе еще два лучника. Ого, их 21. Так, можно взять тентишку. И давай попробуем вот таким вот, под таким вот углом выстрелить. Ну, я тебе хочу сказать, что это даже довольно-таки круто, мы поцелили. Единственное, плохо, что тех, что наверху, не снесли. Так-то прям очень хорошо. А, вот так нормально будет? Есть! Просто идеальное попадание. Фух. Ну что же, давай купим еще двоих чувачков. Башня такая мощная. Ладно, давай мы сразу тентишками ее рубанем. О! Здорово, башня посыпалась, их осталось 6 штук. То есть, если башню мы разбиваем, они автоматически погибают. Так, давай так. Сила 75. Блин, слабенько. Слабо нужно было. Нужно, наверное, стрелять с силой 100. Так, замочили одного моего. Можно еще даже бомбочку взять. И вот, сила 100. Все, видишь? Другое дело.
они полностью уничтожены. Эбос, Кибиди, я хочу тебе показать для начала монстров, которые я здесь подкрывал. Они все открыты. В прошлый раз не было... не все были открыты, а в этот раз вот я постарался и открыл специально все, чтобы ты на них посмотрел. Это вот последняя девушка, которую я открыл. Это у нас, скорее всего, из фильма «Звонок». Если ты любишь ужастики, вот, допустим, я обожаю ужастики, я знаю здесь практически всех персонажей, здесь все антигерои, то есть все злые персонажи. Ну так вот, это из фильма «Звонок», потому что в том фильме вот эта вот женщина, ну точнее девочка маленькая, вылазит из телевизора. Да, включаешь типа кассету, по-моему, потом звонит звонок, и потом начинает она вылазить с телека. Вот что-то как-то вот в таком вот порядке. Вот это, она вот так вот выглядит. Очень стрёмная. И я уже здесь, кстати, больше никого не открываю. Все уже открыты. Можно единственное еще здесь ежедневно так вознаграждение забрать. Пусть будет 1500 денежек. Тут у нас мы можем кое-что с тобой построить. Ну давай, допустим. Вот такую штуку мы построили. Это Фредди Крюгеры. Ой, не Фредди Крюгеры, это... Из «Пять ночей с Фредди», да? Так, ладно, это у нас, смотри-ка, пришелец. Ну, я, по-моему, в прошлый раз за него играл. Вот, напиши в комментариях, кто это такая, если ты знаешь. Кто это? Я думаю, что ты точно знаешь, что это за персонаж. Кстати, по этому персонажу фильмов никаких не снимали. Это из игрушки. Этот персонаж из игрушки, вот. Она выглядит больше вот так вот. Да, это ее вторая эволюция. И сейчас посмотришь на ее третью эволюцию, если мне получится ее прокачать. А мне, конечно же, получится, потому что там максимальная эволюция. Смотри, как она выглядит. Довольно-таки эпично, я тебе хочу сказать. Так, забираем всю его жизнь и забрасываем его вот туда, где-то как можно дальше. Выбираем следующего персонажа. Мы сыграли с тобой за легендарных, за эпиков. А сейчас мы сыграем за обычных. Тут у нас Скибиди, вампир, потом Джек, обезьяна и Among Us. Давай-ка мы выберем Among Us и максимально его прокачаем. Кстати, наверное, года два назад, может быть, даже три, эта игрушка очень сильно хайпила. Максимально, да, даже, по-моему, наверное, три года назад. Может быть, ты даже и не знаешь, что это за игрушка. Ну, допустим, если тебе там 6 лет, там есть и такие ребята, которые меня смотрят, то ты даже, наверное, не играл в нее, в эту вот игру. Сейчас покажу тебе максимальную эволюцию. И тут у нас сражение с боссом. Давай. Among Us против Скибиди Туалета, и побеждает Скибиди Туалет, он прям за карту где-то вылетел. Ну и давай сыграем еще тогда за одного паренька, пускай это будет вот такая вот малюсенькая обезьянка, которая в конечном итоге станет каким-то монстром. Давай попробуем поймать этого паренька, чтобы нам эволюционировать. Естественно, собираем все зеленое. Так, вторая эволюция, это мы превращаемся в Кинг-Конга. Я уже, если честно, не помню, какая третья эволюция у него. А, точно, Йети, да. Это, скорее всего, Йети. Белое снежное чудище. Hide and Seek Prank. 19 уровень. Мы с тобой должны пранковать нашу мести. Так. Вот. Ой-ой-ой. А что здесь нужно сделать? Для начала, давай-ка мы разведаем обстановку. Наверное, что мне нужно вот... сюда все-таки подойти. Так, смотри-ка, музыка либо high power. Давай этот вот high power battery. Ой. А что такое? Короче, я не знаю, почему эта игра лагала, но анимация была лаганутая. Но мы с тобой поступили пока что верно. Так, ой-ой-ой-ой-ой, она меня заметила. Убегаем. И идем снова сюда. Так, вода либо скрудрайвер. Драйвер, выбираем скрудрайвер. О, эта анимация уже нормально идет. Видишь, та просто шла как-то коряво, потому что, не знаю, может быть, нужно обновить игрушку. Тут, 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 тут. Мы с тобой, по идее, должны находить только вот такой вот круг и выбирать два варианта ответа. Так, ну давай. Frying pan, сковорода. Так, она смеется. Значит, мы с тобой поступили неверно. Кстати, смотри, мы можем здесь бегать. То есть немножечко быстрее. Так, вместо сковороды нам нужно выбрать пружинку. Так.
Она садится на диван и улетает. Окейшки. Так, хорошо. Стоп. Блин, сразу меня заметила. Смотри, что происходит, когда она меня ловит. Она просто берет и душит этого паренька. Бедолага. Какой же он бедняжка. Так, где-то кольцо круглое. Вот оно. Так, давай-ка мы выберем портал, допустим. Может быть, кто-то отсюда придет? О, смотри. Мисти из Stone Age. Все. Верно? Да, это было верное решение. Ну и давай еще один разочек пранканем нашу Мисти. Вот сюда вот сразу заходим. Так, давай выберем фаерверк. Это ее парень. Они что-то кушают, у них свидание. Ой, ему стало плохо. Сейчас будет бум. О-хо-хо-хо-хо. Да, это, наверное, было снова верно. Webmasters Win Hero Tutorial. Итак, это обучалочка. То есть, мы должны с тобой здесь бить вот этих вот чувачков. Тут их уже двое. Есть. Что-то подобное, кстати, я уже играл. Игра называется... Короче, не помню, как называется, но там мы играли за Венома. 90 монеток мы заработали с тобой. И, кстати, тут у нас вот такие вот прикольные скинчики, но пока что открыть я их не могу. Смотри, у этого паренька меч. Но единственное, что эта игра мне нравится больше, чем Веном, потому что все намного быстрее здесь происходит. Смотри, скин. Новый. Новый скин какой-то девушки. Ну, девушка-человек-паук. Есть. А, это все. Игра мне типа подсказала, что я могу по ящикам наносить удары, и эти ящики будут бить этого чувачка. Я могу, в принципе, и без ящиков, друзья, с ними сразиться и их победить. На 33% открыли новый скин. Так, бомбочка, я понял. Отбрасываем эту бомбочку этого паренька, и она взрывается у него там где-то. Хорошо, туториал пройден. Так, ну я, в принципе, в курсе, что на бомбочки лучше не попадать. Triple kill. А сколько стоит новый скин? Я не могу его купить? А может быть, игрушка нам бесплатно будет его давать? Так, стоп, еще одна бомбочка. Он, правда, запустил ее где-то не в ту сторону, не туда, куда нужно. Есть. У нас уже денежек, в принципе, довольно-таки неплохо. Так, смотри-ка. За рекламу, оказывается, этот скин я могу получить, либо же... Так, это что такое? О, это какая-то Christmas уровень, смотри. Нам здесь нужно скелета уничтожать. Хорошо. И нужно... Видел, как нужно было их уничтожать? То есть, вот мы в правильном порядке это начали делать. То есть, этого я не могу уничтожить, этого могу, потому что у меня 15 типа баллов. Вот, сейчас могу этого уничтожить, и получается босс. Нуб против Про 4. Это у нас, кстати, режим нуб против 1000 зомби. Это уровень, я так понял, в котором мы с тобой должны уничтожать зомби. Так, бум. Хорош. Так, тут какой-то рычаг. А, дверь открылась. Отлично. А этот рычаг, получается, вот зомби падает. Кстати, помимо этого режима, смотри, давай, go в главное меню. У нас есть еще вот такой вот уровень. Это обычный регулярный уровень. Мы с тобой остановились на чаптере 5. Да. Вот, смотри-ка. Что это здесь у нас? По-моему, хакер сейчас... Да, подойдет хакер и украдет этот лаки-блок. Все, он нас где-то туда отправил. А куда именно, сейчас посмотрим. Так, вот, смотри, я вот здесь уже немножечко играл. Вот немножечко прокачался. И поехали. Так, вот наш прокачанный хакер. У нас есть вот такая штука. Да, это турбо. Отлично. Так, также у нас есть меч. Ну, пока это типа банановый меч. И у нас есть энергия. Нужно собрать как можно больше денежек. И наша основная миссия, мы должны с тобой спасти нубика. За мобов нам тоже дают монетки. Все, энергия закончилась, возвращаемся обратно и смотри, что я могу купить. Ботиночки покупаем. Есть. Так, дальше я могу их еще раз купить. Все,
Дальше давай... они у нас на максимум прокачаны. Дальше давай мы еще купим с тобой... так, нагрудник себе. Все. Больше денежек на другое у меня нету. Поехали. Я вижу то, что я уже начал быстрее передвигаться. Так, ладно. Давай-ка мы снова используем этот вот... эту вот способность Energy. Ее, кстати, можно тоже прокачать. Чтобы немножечко дальше вот так вот... пройти. Вот видишь, есть полоса вверху, и мне нужно дойти до лаки-блока. Я смогу дойти только в том случае, когда я прокачаю здесь все, что только можно. Ну, мы и так уже, в принципе, даже немножечко дальше зашли, правда? Единственное, что денежек не так-то много я заработал. А нет, немножечко больше, чем в прошлый раз. Итак, давай-ка мы прокачиваем бустер. Есть. Прокачиваем меч. Так, тоже максимум. И вот. Получается, мне еще нужно прокачать по разу вот эти вот штуки. Хорошо. Смотри, какой теперь у меня меч. Обычный железный крутейший мечок. Так. И я уже почти дошел до этого скелета. Ничего себе, прям... с первого раза уничтожаю. А моба не могу с первого раза уничтожить. С двух раз только могу уничтожить моба. И курицу, и того. Так, получи. Лещину. А энергии у нас еще довольно-таки много. Смотри, полкарты уже пройдено. Я же говорю, что как мы только прокачаем все наши... необходимые вещи, мы сразу с тобой пройдем этот уровень, да, и дойдем до босса, но это уже будет в следующий раз. Это у нас Хомпин. Смотри-ка, парень и девушка переезжают вот в такой вот домик, но выглядит он, мягко говоря, ужасно. Девушка расплакалась, а парень говорит: у меня гениальная идея, давай-ка мы здесь все приукрасим. Для того, чтобы нам здесь все приукрасить, мы должны с тобой заработать денежки, поэтому будем их собирать. Да, и строить наш новый домик. А что это такое? А, это типа как рекламка, да? Это рекламка? Ну, или это просто название игрушки? Так, ну пока что довольно-таки легко. Мы с тобой собираем денежки. Так, тут уже лава, видишь? Тут уже нужно аккуратнее играть. Потому что если денежки скушает лава, уровень нам не засчитают. Так, и вот смотри-ка, на стену мы уже заработали с тобой. Другое дело, едем дальше. Смотри-ка, лава давай пойдет вот в одну сторону. А, смотри, задачу мы еще выполнили, отлично. Лава у нас идет в одну сторону, а денежки падают в другую, прям нам на голову. Здорово. Что здесь? А, я думал, это какой-то... новый уровень. Так, смотри, лава плюс вода равно камень. Ну, понятно, вот вода, вон лава, получается булыжник. Это мы еще знаем из Майнкрафта. Ну, в Майнкрафте, по крайней мере. Когда лаву добавляешь в воду, получается булыжник. Ну, иногда вроде бы получается обсидиан. Очень редко. Так, давай-ка мы снова сделаем булыжник. А если я вернусь домой, что я здесь могу построить? Смотри, дерево. Ничего себе. То есть мы помимо того, что расстраиваем домик, мы еще и... у нас там сад есть, оказывается. Так, задача выполнена. Какая-то задача выполнена. Смотри-ка. Меняем оконушко. О, здорово. Ну и давай выполним еще буквально несколько миссий. И будем открывать... другую какую-то прикольную игрушечку. А мы здесь будем играть только за паренька и все? За девушку мы здесь не играем? Наверное, нет. И, кстати, мне там игрушка подсвечивает, что я уже какую-то миссию выполнил снова. Ой, прям очень много миссий я уже здесь повыполнял, если честно. Так, делаем булыжник. Затем идем и... а вот еще, смотри, еще одно золотишко. А, все, я его забрал. Здорово. Ну и давай тогда пройдем еще последнюю закрепляющую миссию. И здесь вот уже нам нужно спасти нашу девушку. Хорошо. Она не разобьется. Она упала из такой высокой высоты. Это у нас Among Us. Вы давно просили. И я буду играть за
к сожалению, я сегодня не импостер. К огромному сожалению. Хорошо, нам нужно выполнить наши задачи. Так, давай-ка мы посмотрим, что нам нужно сделать. Хорошо, отправляемся тогда вот сюда вот и выполним нашу первую миссию. Так, мне нужно разбить эти вот астероиды. Так, неужели розовый это у нас Аманкас? Ой, я говорю Аманкас. Розовый у нас преступник. Так, есть. Дальше, что мне нужно сделать? Что-то мне подсказывает, что розовый убийца. Да. Может быть. Прямо возле меня трется? Ладно, давай-ка мы пойдем тогда в конец этого корабля. Нам здесь нужно выполнить миссию. Вот. Так. Есть. Дальше мне нужно... О, смотри-ка. Розовый нажал, да? Сейчас посмотрим, что он будет писать. Так. Красный. Розовый. Отправляем. Сам себя спалил. Отправляем. Так, давай-ка мы тогда проголосуем против розового. Так, красный. Если не красный, то сирень. Розовый 100%. Розовый 100%. Я надеюсь, что они не проголосуют против меня. Если не он, то вы кинете меня. Так. Ой, стоп, немножко неправильно написал. Так вот, меня. Остается последние 5 секунд. Интересно, кого же выбросят? Ну, тут, скорее всего, что многие проголосовали за скип, я так думаю. Да ладно, реально? Эти выбросили меня? Так я же не импостер. Ну, все, походу, что следующего выбросят розового. Вознат за импостер, я же говорил, да. Давай-ка посмотрим просто, или голоснуть за этого розового, просто чисто по приколу. Что, ты думал, что я импостер, да? Короче, жалко, что... Так, банан остался. Жалко, что, конечно... Они выбросили меня, я бы хотел, конечно, еще немножечко здесь поиграть. Ладно, ребяточки, на этом данный ролик я буду заканчивать. Кому он понравился, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис, я желаю всем удачки и пока!